Амурку. Так Мурку уже играла я. Проще всего. Новый телефон. И показываешь всем. Модный и красивый. А, не, она не сюда его ложит. Она его сюда, не сюда ложит. Она показывает всем красивый старый вот этот видеокамеру, красивую, разворачивается и ставит на полочку. Камеру. Вы. А чего? Она достает со стола телефон. Показывает всем, включают и все. И к ней, да? И я к ней. Потом отъезжаем, и я вижу, что камеры нет. А как же Витя, который ворует? Камеры нет. Я так разворачиваюсь. Витя голову наклоним туда. Наклоним туда, под стол. Отсюда. Смотрите, какую камеру я приобрела. Ух, блеск. Замечательно. Будем снимать фильм. Не камеру. Ты пока. Камера, ей она уходит в историю. И сложишь туда. Ага. Все. Кок. Достаешь телефон, включаешь и пока. Да. Ну, смотри, ну да, вот тяжелая. Большая. Как-то нет, так. Замечательная камера. Я ей столько снимала. Да, столько снимала. Ой, но какая тяжелая. Тяжелая. Но уходит в историю. Нет, камера отличная. Да. И ложишь туда, Нина. Клади. Клади туда, да. Туда, на полочку. Да я еще не показала. Хорошо, да, давай сначала. Не разрекламировала. Готова? Да. Смотрите, какая камера у меня замечательная. Сколько она у меня работала. Сколько радости она принесла мне в жизни. Но, увы, тяжелая, большая. Отправлю-ка я ее вот сюда. Да. На заслуженный отдых, что ли? Пусть отдохнет. Не жалко? Чем я ее заменю, посмотрите. Вот. Небольшая, изящная. Вот. Какие цвета. Сколько информации. Все умеет. А камера какая здесь? Она заменит ту? Она заменит. Сколько у нее функций-то? Сколько объективов? Четыре. Четыре объектива. Надо же. Воруй камеру. Угу. Витя, ты камеру воруешь. Советуйте мне. Да как скажешь. Как? Главное кинолюбители и главное волшебство, чтобы было. Или волшебники. Да. Готовы? Так, все, внимание. На камеру внимание. Начали. Дорогие мои кинолюбители, волшебники наши. Видите, какая у меня прекрасная камера. Она мне очень долго служила. Сколько лет я с ней ходила. А мы что, должны молчать? Конечно, вы слушаете ее. Вы просто слушаете. Не спрашивали зачем. Да. Ну, как это, и взамен я покажу вам новую камеру. Вы все молча рты разинули. Пристаете сюда молча. Все встали молча. Прям сюда все, сюда, сюда. И Нина, ты тоже стой, показывай. Да. Она говорит, прекрасная камера. И все хором. И тишина. И все молча в камеру. И Витя пошел, я пошел. И все молча
в камеру. Куда камера ищем поехала? Камеру. Да. Угу. За камерой идет. А камера разворачивается. Эта камера мне прослушила много лет. Где она только не была, что я только не снимала. Как я вас... Что? Ваше место не идет? Да, вот такая камера. У нас неправильно композиция людей поставлена. Волшебство! Ну и что? А это? Все объектив. Сюда. Сидят, в камеру смотрят все. Все в камеру. В камеру. Волшебство. Все. Так, убираем мои эти самые. Немножко вы замедлили. Надо... Первого. Видите, оттуда снимаем. Кино. Да. Я оператор, вы режиссер. Дорогая Валентина Анатольевна, будем снимать этот натюрморт, пейзаж? Нет. Этот. Вот нет. Этот. Так. Нет. Валентина Анатольевна. Мы снимаем другое. Нет. Я не тот рассказываю. Снимаем вот так? Вы говорите, да. Снимаем вот так? Да. Так, забор убрать. Убрали? Хорошо. Так. Деревья убрать. Убрали? Хорошо. Дом убрать? Убрали. Гора убрать. А вы мне, может, камеру подвинуть? Может, камеру подвинем? Ну, может, не камеру подвинуть. Так опять тот же забор. Деревья убрать, утром деревьев нет. Дом стоит убрать, утром домов нет. Гора убрать, режиссер. Слушай, может, камеру подвинуть? Можно камеру подвинуть. Я что-то не... И в слове «может, камеру подвинем» подразумевается, может, что-то, может, как по-другому, понимаешь? Не будем грузовик, а нарисуем и... Контур, и ладно. Что нам стоит его построить? Нарисуем, будем жить, да. В плане денег, а в плане для нас дорогую, дорого нам. Нам дорого. Дорогая, любимая нами, да, уважаемая, да, очень уважаемая Валентина Анатольевна. По поручению коллектива. И от имени. Да, и от имени, созданным вами клуба кинолюбители «Волшебство», которое вы объединили, вот, которое мы объединились вокруг вас, имеем большое счастье общаться. Потому что для нас самое главное – это общение. В общем, в связи с вышеизложенным и вышеперечисленным, я от всего и от тех членов нашего, вашего, в общем, от тех нас дарю вам нашего, вашего. Сей, да, скромный, подарок. Ничего себе скромный. Да. И у вас сегодня, Татьяна Анатольевна, настоящий, знаю, день рождения. Ребята, расшите, ну вас... зачем? Ну зачем? Поцелую. Все. В этой книжке должна быть вся хроника клуба. Да. Вашего клуба. Да. Ничего постороннего. Это он тебе предлагает стриптиз не записывать. Да. И будете, когда сюда приходить, сюда, ага, все, что касается клуба, и желаем мы все вам долгих лет жизни. Дождь куда дольше? Да. До конца. Отмеренные нам природой. Да. Нет сохранять ясность ума. Совершенно. Крепкого здоровья. Где взять? Ходить. Поделись с другими даже. В шляпке. Быть изящной, чтобы мы все просто-напросто, особенно мы, мужики, дураки, блин, да, смотрели на вас, да, и вами восхищались. Вот так. А умы, да. Зацелованные. Валентина Анатольевна. Спасибо. Всех с ней знакомясь, невольно направляет любопытный взгляд. Ведь вылеплена из сплошных достоинств. В буквальном смысле, от головы до пят. Честная, откровенно, беспредельно, без лени, добродушна, весела, любит весь мир и каждого отдельно, поэтому вообще не мила. Тактично, бескорыстно, справедливо, в суждениях объективно и вольна. В семье демократично, неревниво, а в дружбе постоянно и верна. Мы это знаем лучше. Легка на ногу и на шалость падка. Лицом светла, фигура не дурна. А недостатки есть недостатки. Но их всего лишь два.
умна, но скромна. Ура! Ура! Анекдоты. У меня приятель с Парижа звонит, говорит, ну как вы там, как вы там? Я говорю, ну, как будто ты не знаешь, как у нас там, историю знаешь, все знаешь. Ну, он русский. Он говорит, ну, единственное, что стало плохо, если мы в кафе ходили, там кафе у нас, разговаривали по-русски, то сейчас, говорит, уже мы в кафе идем, по-русски не разговариваем, русофобия. Говорим на французском. То есть не сильно запрещено? Ну, не запрещено. Ну, чтобы не придираться. Да. Лучше не... Лучше не говорить. Да. Тем более, они там всю жизнь уже прожили. Дети, девочка с мальчиком, значит, девочка там уже взрослая, на каком-то местном телевидении, там, шеф-редактор какой-то передачи, там, что-то такое. Прекрасно поет на русском песни, без акцента, вообще без ничего. Ну, они говорят, естественно, конечно, я говорю, ну, может, там в паспорте, в документе написано, что русский, может, как-то что-то. Да нет, говорит, особо, ну как, да, русофобия, на улице же говорим на французском, но так, чтобы что-то чересчур, такого особо нет. Где ты читала, вот, что именно за границей стали преследовать русских? Ну, не знаю, он говорит, ну... Много клубов я посетил, и везде... Понравилось? Да, понравилось, везде. Вообще, вывод какой? Конечно, любой клуб держится на лидере. Вот почему ваш клуб живет? Потому что вы личность и вокруг вас. И, кстати говоря, я побывал и у Жени тоже. Ее подруга рядом сидит. Она тоже возглавляет. Это тоже вот вокруг нее. Это надо фильм увидеть, посмотреть. А и Нина была тогда, мы были приглашены на съемку. В общем, вы два лидера, которые объединяют. Это очень большая ценность. И дело все в том, что я почему... за вас, лидеров, пью. Дело все в том, что я в своей жизни уже увидел, когда рассыпались коллективы. И почему? А нет этого лидера, и все. И потом ко всем звоню, и как бы нам встретиться и прочее, вспомнить. Никак нет этого человека, понимаете? Вот сейчас немножко в этом, на Прилукской, почему такая... застой. Там тоже вот не стало лидера. На вас все держится. И посему я желаю вам долгих лет жизни. И тем ваш клуб будет, Женька, и ваш тоже. Я думаю, ну вот сейчас какие-то сбои, он возродится. Мне очень понравился и ваш коллектив, и Валентина Анатольевна. В общем, за лидеров. Вы помните, что мы как мы учили роль личности в истории? Да. Большую роль. За личность в истории. То, что мы учили, это вот, совсем не тем. Да. Вот какой у нас. Ты где? Давай. Я не тем. Извини. А ты костой, что ли? Ну, чуть-чуть есть еще немножко. Только извини, давай. Это всегда. А, кстати, как и сегодня встает вопрос, а не будет Путина? Вот кто же объединит Россию-то всю? Вот это самое страшное. Вот то же самое и в маленьких коллективах, клубах, то же самое. Это очень большой вопрос.